Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia T21. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек приложений данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем «Сброс настроек» и нажимаем «Сбросить настройки приложений». Далее нажимаем «Сбросить». И таким образом сбрасываем настройки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.